Вот это дно у меня из плит. На солнце очень красиво смотрится. Ну, сейчас немножко водорослями заросло. Дети песок бросают сюда, забрасывают песком. Вот я сейчас очищаю, солнышко выйдет, совсем другой вид будет. 70-річний одесит Володимир показує, як власними силами зробив незвичайну інсталяцію «Пташиний пляж». За словами пенсіонера, він приходить до моря щоранку, приносячи з собою кілька кам'яних брил. З них чоловік спорудив кам'яний ландшафт, в який надходить вода з дренажних систем. Через це тут можна побачити різних птахів, які прилітають попити води. А ще донедавна до пляжу отради, де й розташована експозиція, прибився білий лебідь. Ну, здесь хорошо вписується панораму від жовтого каменя. Во-вторых, материал у меня вначале был, вы же молодые, наверное, не помните, там вам был еще один пирс маленький. По всему городу собираю, по всем пляжам, бомжам плачу, мне бомжи помогают. Вот. Ну и птицы прилетают, чайки, голуби, вороны, скворцы. За словами Володимира, він задумався, чим же зайнятися на пенсії. І вирішив, що вільний час витратить на створення чогось незвичайного. Вчора тут сотні людей було. Люди приходять, спасибо, 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 спасибо. Ну, потихоньку. У мене хобі це свого роду. Я бувший моряк, я люблю море, люблю порядок, чистоту. Люди, які прийшли дихати морським повітрям, підтримують ідею пенсіонера. Та кажуть, що після побаченого з'являється бажання творити. Конечно, это необычно, это сделали буквально недавно, до этого времени здесь ничего не было. А сейчас какой-то птичий этот, очень даже прилично и нормально. Вот мужчина сам это делал. Вот этот? Да. Молодец. Молодец, вы все время убираете здесь, да? Я сам знаю, что я молодец. Я смотрю, что здесь все время убирают и как-то так, прекрасненько, да. Один человек способен вот это сделать своими руками. Не получая, скорее всего, ну, за это никакие деньги, он... Пошел, нашел материалы, все это сложил, ну как-то пытается с гражданами договариваться, чтобы они это все не портили. То есть это все в тот момент, когда происходит какой-то кризис экономический, карантин. Человек просто у меня вызывает восхищение. В таком возрасте иметь на это все силы, то есть я уважаю таких людей. Я надеюсь, что наши одесситы будут... Поддерживать, увидят это и поддержат эту идею, начнут что-то тоже делать для города, это будет прекрасно. За словами чоловіка, найголовніше в його хобі – не результат, а сам процес. Тому він збирається доглядати за пташиним пляжем, поки вистачить сил та натхнення. Павло Сичевський, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин.